нерушимый. Добрый день. Это программа «Союз нерушимый». Сегодня мы снова в новом составе. С нами Аня Лапшина. И Азиз Агаев. Всем да, здравствуйте. Здравствуйте. И сегодня наша передача посвящена очень интересной теме, к которой мы возвращаемся каждый год. Это тема... Это праздник Навруз. Навруз. Мы уже много раз обращались к этому слову. Это означает обновление. Новый день. С персидского языка. Вот уже включается у нас Эльнур Гусейнов, президент благотворительного фонда «Азербайджан». Но не только. Он еще и член общественной палаты. Он еще и председатель общественного совета при Министерстве спорта. А еще недавно Эльнур был утвержден, избран председателем Кировского регионального отделения общероссийской организации Ассамблеи, общественной организации Ассамблеи народов России. Салам алейкум, Эльнур. Ва алейкум ассалам. Доброго дня вам. Также в нашей студии Ильхом Яхьяев, заместитель председателя межрайонной коллегии адвокатов Кировской области. Вот это важно, но это не самое главное. А самое главное – аксакал таджикской диаспоры Кировской области. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Салам алейкум. Алейкум ассалам. И по этой интересной и радостной теме мы сразу, так сказать, обращаемся к Ильхом Хаджи. Ильхом Хаджи, мы, конечно, много раз возвращались к этой теме и во время прошлогодних там передач, но все-таки Навруз у таджиков, наверное, есть какие-то свои особенности, да, есть какие-то интересные моменты в праздновании Навруза среди таджиков. В Таджикистане или здесь среди таджиков. И хотелось бы, чтобы вы вот рассказали нам об этом. С удовольствием. Я на этот раз очень серьезно подготовился, так как вопрос, он интересный, но очень серьезный. Во-первых, хочу поздороваться со слушателями «Эхо Москвы». Здравствуйте, уважаемые слушатели. Говоря о великом празднике Навруз, хочу довести до вашего сведения, что означает Навруз. Когда и откуда начал происходить этот праздник? Слово «Навруз» обозначает «новый день». Это «нау» – «новый» и «рус» – «день». Вот и слово «Навруз». А слово персидское? Да. Сейчас об этом все здесь будет сказано. Так называется праздник весны. Первый день Нового года – день весеннего равноденствия. Самый известный и распространенный праздник персов, иранцев, таджиков и афганцев. От Турции и Азербайджана до Казахстана, Средней и Малой Азии, Татарстана, Башкортостана и ряда других стран празднуют Навруз. Еще миллионы человек. Если не более. Это же хорошо. Это новый день, да. Навруз, да, да. Обновление весны. Да. В каждой стране, в различных регионах население может отметить этот день по-разному. Но в Таджикистане в основном Навруз празднуют с 21 по 24 марта. Угу. И эти дни являются выходными. Ну, точно так же в Азербайджане. Да. Но Эльнура нам расскажет об этом. Наверное. Естественно. Старейший источник, где указано празднование Навруза, это священная книга зороастризма Авеста. Корни праздника уходят далеко в историю, до 3000 лет до нашей эры. Я добавлю, здесь создание Навруза именно приходит, на самом деле, как правильно сказал аксакал наш Ильхом Хаджи, Ахмедийской империи. Да. История происхождения Навруза, как указано в Наврузнома, книга о Наврузе Омара Хайяма, уходит во времена одного из древнейших в мире и истории персов царства Пешдодион. Кто не знает, Омар Хайям – великий таджикский поэт. Великий поэт, да. В Шахнаме происхождение праздника связано с легендарным королем Джамшедом. Как известно, 21 марта – это день весеннего равноденствия, и продолжительность дня и ночи одинакова по 12 часов. Это единственный день? Да. Когда Джамшед построил себе трон из чистого золота, по легенде, это был первый трон в истории человечества, и поднял его на высочайшую гору во время восхода солнца, золото блестело,
под солнечным светом и стала светить, словно солнце. Этот день назвали Наврузом и стали праздновать его как начало Нового года. Вот Наврузнаме, такая легенда, да, по факту. Да. Наврузнаме говорится, когда Джамшед постиг этот день, он назвал его Наврузом и вел его в обычай как праздник. Цари и другие люди последовали ему. В дни празднования Навруза устраивают различные мероприятия. В духе народных традиций устраиваются конные скачки, козлодрани, бускачи называется у нас, борьба, уштингири, козлодрани. Как называется? Бускачи. Бускачи? Бускачи, да. Я объясню, как это потом, значит, в чем оно заключается. Вот, пугающее такое немножко название, если на русском языке. Да. Борьба, это уштингири, соревнования силачей. Бучульбозы – это играют в ощички. Знаете, да, ощички? От коровы – это большие ощички. От ножек овечек, да. Овечек. Альчики у нас еще назывались. Ощички играют. А это мне тоже надо будет пояснить. Аргамчимбозы – играют в пригалки. Тухумзанак – бить яйцами. Да. Идгардак – ходить в гости друг к другу. Ильхом Акев, как раз у нас яйца есть, мы сейчас с вами попробуем. Да. Про это сейчас как раз скажу. Вы, кстати, знаете, как яйцам бьются? Ну, я могу сказать, как это происходит в православной традиции на Пасху. Да, то есть когда есть такое Христос же, суется, да, конечно, вот яйцами. Это да, точно так же, я как думаю, у нас. Что здесь то же самое, да, наверное, когда похоже. Там бьют яйцами, и у нас тоже. Большое внимание уделяется подготовке праздничного стола. На праздничный стол стараются не класть блюда из мяса и других продуктов, взятых из животных, кроме молока. Символом Навруза и Нового года является суманак. И вот мы можем... Это вот это растение. Сегодня, да, сейчас, я хочу сейчас сразу... Сейчас я расскажу, как это все сейчас, делается. Одну секунду, у нас на столе, да, кто, значит, завидуйте нам, смотрит, да. Вот, на столе это видео. Есть. У нас на столе хонча. Хонча, да. И на это хонча, да, это такой поднос, и на этом подносе, да, сладости. Да. И главный элемент, о котором сейчас... Символ, по-таджикски главный сказал, символ. Главный символ этого подноса, этой хончи, это... зеленая трава, которую вырастили специально из пшеницы. По-азербайджански называется самани, по-таджикски суманак. Да. Нет, суманак для это чего? Приготовление из самани. Да. Для чего? Для чего? Это вот трава, правильно сказал. Очень вовремя сказал. Вообще, я хочу вам объяснить, как готовится суманак. Слово суманак. Некоторые суманак говорят, мы там некоторые суманак. А вот так вот у вас не ставят на подносе? Да, обязательно ставят. Я же об этом все расскажу. Вот именно как в зеленом виде. Приблизительно за неделю до праздника в посуде с неглубоким дном, это может быть тарелка, замачиваются зерна пшеницы. Празднику зерна пшеницы проращиваются. Считается, что чем длиннее ростки хорошего зерна, тем больше и лучше урожай в новом году. Слушайте, так это надо не за неделю высаживать, это пораньше. Нет, за неделю. А раньше нельзя. Нет, потом уже будет слишком там много. Такой, да? А так свежее все. Считается, что чем длиннее ростки хорошего зерна, как я сказал, тем больше и лучше урожая. Это уже традиция такая. В течение года будет. Да, проросшие зерна толкут металлические ступи и при этом все время промешивают. Я когда был маленький, я никогда не забуду, моя покойная мать, вечером еще даже темно не было, светло, большой казан дома во дворе, начинает, готовит, промешивает, и до утра, об этом так и сказано, значит, проросшие зерна толкуют металлические ступи, кладут в казан, заливают водой, добавляют муку и варят 10-12 часов минимум, и при этом все время промешивают. Постоянно. Слушайте, это женщины делают или мужчины? Ну, обычно женщины. Обычно женщины. Да, мужчинам не запрещено, не, но мужчинам обычно... делают, дядя у меня покойный тоже обычно делает. Обычно женщины. А так, в основном, мы доверяли матери. Я к этому почему? Немножко ремарочку хочу, да, добавить. Мужчины присутствуют при приготовлении суманак, но они там казан готовят, подносят, знаете, там, поджигают, помогают. Ну, то есть вот такую тяжелую или опасную работу так выполняют, да? Здесь всю ночь это все делается, до утра... И никто не спит. Мы всегда каждый год ждали все этого радуются, дня. Все радуются. И желание загадают, когда готовится очень суманах. Очень сладкая штука это получается. Хотя сахар туда вообще не кладется. Не добавляет. А как же она тогда сладкая? А вот своя вот сахароза. Вот, и поэтому здесь Хаджи, ну, такое уточнение, что вот то, что мы видим, значит, зеленые проросшие
значит, побеги пшеницы, да. Это не для суманака, это уже длинное. Да. А то, о чем говорил Ильхом Хаджи, оно чуть-чуть прорастает чуть-чуть за неделю. Да. Поэтому за неделю не это разные раньше вещи. Нельзя, да. Чтобы, а вот для поняла, того, чтобы да. Вот такой высокий зеленый был, это недели три, примерно четыре. Да. Да. Суманак должен быть готовым до восхода солнца в основной день праздника. Угу. 21 числа. Это как с 21 числа. С 20 на 21 да. Число. Во время приготовления суманака женщины и дети поют праздничные песни, читают стихи. Суманак – это непростое блюдо, это нечто святое считается. Поэтому перед его приготовлением ведущий повар читает суру из Корана, а именно Ихлас. Бисмиллахи рахману рахим, кульху Аллаху ахад. Аллаху самад, лам ялид, валам юлад, валам якуллаху куфуван ахад. Это сура, сердцевина Корана, не даст мне это сказать. Молитва. Да, угу. Молитва а что, из Корана. Что означает? Вот, а, это, о чем молитва? Означает, что значит Бог един, угу. Пророк последний наш, Мухаммад, саллаллаху алейхи ва саллям, и мы все, значит, верим в Бога и единого пророка последнего. Суманак раздают всем соседям, родственникам, близким, друзьям. Перед тем, как попробовать, нужно загадать три желания, потому что они могут исполниться в течение этого года. Обычно так и бывает. Особенно девчонки, которые хотят замуж выйти. Они, а загадывают. Да, они, значит, у них игра такая. В этот момент они бросают, значит, обувь, с закрытыми глазами обувь бросают. В какую куда? Сторону? Если оно станет в сторону, значит... Конкретные двери, значит... Оттуда? Она остается. А если от двери в ту сторону, значит, да, замуж выйдет, к мужу пойдет. Если носком к дому, да. То, значит, еще год сидит еще девка. Год сидит. Да. А, да. Если... а если из дома, то, значит, вот свадьба. Значит, в этом году будет свадьба. Спасибо, да, правильно. Гадает, да. Главная традиция Наурза – дарить подарки. С раннего утра ребятишки из соседних домов собираются, чтобы ходить по дворам и поздравлять хозяев. С праздником Наурус, получая взамен сладости и свежую выпечку. Это мы маленькие были, я помню, у меня сейчас вы дочка. Вы делали такое. А еще моя дочка 16 лет, угу. Она недавно говорит, папа, я говорит, помню, говорит, как мы говорит, ходили с ребятами, с девчонками, говорит, ходили и поздравляли, Наурус Мубарак, поздравляем с Наурусом. И нам говорит, давали конфеты, там всякие сладости, выпечки свежие. А они домой приходили уже с такими пакетами полными. Это в Кинове происходило или нет? Я это на родине. На родине, в Душанбе. Она там родилась, а... нет, извиняюсь, она здесь родилась. Я не ходили поздравляться, да, они там. Домой, да, были там, значит, mm-hmm. Когда жили, значит, тоже вот таким образом. Но есть традиция. Слушайте, жаль, что в Кирове такой традиции нет. Есть, но, конечно, это... Не так масштабно, да? Это не в общем, масштабно. Берите, Аня, пакеты. Да. И идите. Массовые гуляния обычно, вот по случаю Наурза, организуются практически во всех городах Таджикистана. Особенно в Душанбе, в столице, культурные мероприятия, как правило, проходят в городских парках огромных. У нас там парк Дружбы народов, парк Пайтахт, это столица, парк Садрдин Айни, это имя вам знакомо, да? Да, да. И да. На площадях. Это тоже писатель Садрдин Айни. Да, известный писатель, поэт Садрдин Айни. А я правильно понимаю, что в Душанбе вот в это время уже хорошая погода, уже солнце светит, уже... Очень хорошая. Я вам потом закончу передачу, я вам покажу, сколько у меня с утра уже поступило из Испании от моего сына, от дочери из Германии, из Москвы, из Таджикистана, из Питера, откуда только... Уже цветет. Да. Все цветет. Значит, обычно большие концерты, и в концертах принимают участие приглашенные коллективы артистов из Узбекистана, из Афганистана, из России. А, то есть даже если такой... я скажу, что из Азербайджана, может, они засомневаются. Нет. Приезжают. У нас есть группа азербайджанцев, которые живут в Таджикистане. Азербайджанская диаспора. Диаспора. И это моя слабость. Вот эта музыка азербайджанская, эти песни, это все танцевально особенно. Это я сидеть не могу спокойно, когда вот это все начинается. Понимаете? Мой отец покойный, любил. У него любимая, значит, певица была Зейнаб Камнарова. Пластинки, все народная ее пластинки. Артистка. Народная артистка Азербайджана. Брат мой покойный, младше меня на один год был имам. У него все азербайджанские были пластинком продолжатель моего отца. У меня, я не собирал, у меня магнитофон был. У меня на кассете было все записано. Я танцевал, я всегда удовольствие получал. Вот в конце... Сау. Празднование Наурза Душанбе завершается особенно поздним вечером с зрелищным таким салютом.
Ой, это вообще никак не передать. В прошлом году буквально нам показывали, но сейчас же все уже, хоть там живешь, не живешь, все по интернету, все показывают, все видно. Вот в конце хотел бы отметить, что в сентябре 2009 года Навруз был включен в репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества ЮНЕСКО. А в конце февраля 2010 года 64-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН объявила 21 марта Международным днем Навруза. Так что на международном уровне пользуясь случаем, хочу поздравить всех с великим праздником Навруз. Спасибо, спасибо, Ильхам Хаджи. Эльнур, ну, а как это происходит среди азербайджанцев? Прекрасно. Я уже Аксакал, конечно, все сказал. Я сперва хочу поздравить моих дорогих земляков, кировчан, с Международным днем Навруза, а также своих земляков, моих дорогих азербайджанцев, проживающих на территории Кировской области. Дорогие мои, всех вас с праздником Навруз-Байрам. Желаю счастья, удачи, потому что Навруз – это новый день, с персидского языка, если переводить. Чтобы этот новый день стал для всех жителей планеты на самом деле новым, новые идеи, новые технологии, и самое главное, чтобы была дружба и мир. Если это мы с вами добьемся дружбы и миру, у нас все будет хорошо. Но подчеркиваю, не в толерантности жить, а именно ему в дружбе и в мире. Навруз как раз один из всех праздников, который на международном уровне приводит дружбу и мир. Потому что, как Ильхам Хаджи сказал, не только в Таджикистане, не только в Узбекистане, не только вообще там в восточных странах, Навруз является символом до нашей эры, я уже сказал, там, до каменных, до письменных эр, она является праздником человечества. Потому что в этот день именно все народы, проживающие, как бы помнить себя, каким образом люди встают утром, именно в этот день с 20 на 21 число, у нас и день равноденства получается. День и ночь равняются. Да. Именно с этого дня люди получают от земли плоды. Сеет. И в том числе уже тепло становится. На самом деле климат меняется. И всегда этот день люди отмечали дружно. Друг к другу гости ходили. Вот вы сказали, да, там Ильхам Хаджи сказал, что кидали тапочки девочки. У нас то же самое. Гадание, да. Гадали, ходили там по соседям, слушали, кто что говорит. Первое слово, что слушаешь, значит, твое там счастье в этом и заключается, да. А также у нас есть традиция, очень хорошая традиция, особенно когда я маленький был в Азербайджане, мне это очень нравилось, честно скажу. У нас мы папаху обычно на родину в Азербайджане папаху шапку, одеваем, шапку, папаха шапку, называется. Мы ходим по соседям, по друзьям, папаху кидали, у двери оставляли, три раза стукали, убегали. Прятались, а там из дома кто выходит, и там сразу они, что есть дома, сладости, конфеты там наполняли. А мы уже, когда возвращались домой, из папахатты говорим мы, папахатты, из папахатты возвращались домой, у нас уже турба была. Турба – это мешок. По-азербайджански турба. Целая турба, мы уже не могли носить. Вот это все переносили, с друзьями делились. Вот прекрасные воспоминания от этого Новруза. И на самом деле Новруз не только с праздником своим, отмечанием известен. Навруз известен. У нас в Азербайджане Навруз отмечает практически целый март. 4 недели. По вторникам называется Чаршембе. Допустим, первый вторник, Чаршембе, Ахшамы, Чаршембе. Это начинается уже с этого дня. Ну, конец февраля начинается, да? Ну, с конца февраля, последней недели февраля, вторник. Да. Это Чаршембе, значит, начинается с этого дня, отмечаемся. И так до
от 20 до 23 числа. И каждый вторник посвящен какой-либо стихии. Естественно, то стихии сначала, ветра, начало, стихии земли, стихии огня, стихии воды. А как-то программа какая-то вот специально на каждый вторник, связанная с той или иной стихией, или это не важно совершенно? Начинается, если я не ошибаюсь, со стихии огня. С вашего позволения. Да, давай. Дополняйте. Очень тоже подробно вот эти вот моменты, поэтому я все нельзя говорить. Надо здесь, если вот своими словами они подготовятся, это можно до бесконечности говорить об этом, потому что это великий праздник, действительно. Это единственное то, что вот сейчас сказал, что девчонкам разрешено подслушивать. Вообще у мусульман по Корану вообще Всевышний запрещает. И вообще нельзя. И по светскому именно закону, в этот день можно. Нельзя это делать. Это же не культура, не бескультура, все такое. Ну, православная церковь тоже гадание не одобряет. Да, в этот день, в этот праздник можно. Потому что они заинтересованы, они слушают, что их ожидает. Какой будущее. Результат, будущее какое. Вот сегодня хочу свежее. Мне вот сейчас звонили, мне поздравляли. И смс отправляли из Душанбе. Сказали, что очень торжественно все провели в Душанбе. И все хором оттуда поехали в Нурек. Вы слышали, да, про Нурекский ГЭС? Да, да. Это да. Первый ГЭС вообще в Советском Союзе. Это самый исторический ГЭС, да, у нас. И этот город сейчас красавец город, Бомбей натуральный. И вот все во главе с президентом имам Али Рахмон, все вместе оттуда сейчас уехали там и празднуют Нуреки. Жалко, что нас там нет. Да. Но, я бы тоже там сейчас хотела оказаться. Мне кажется, вот там очень Ильхом красиво. Хаджи сказал, что на самом деле, я хочу подчеркнуть, что Новрус не является исламским праздником. Это не религиозный нет, праздник. Нет, не религиозный. Новрус является традиционным праздником, потому что исламу никакого отношения не имеют. До перехода арабских халифов, допустим, на Кавказ, на Восток, всегда люди отмечали Навруз. Тогда оставили, что этот праздник яркий, на самом деле с чем-то связано. И этот праздник оставили, чтобы народы продолжали свою традицию, чтобы народы отмечали свой праздник. А сейчас уже могу сказать, что, допустим, и в Иране, и в Азербайджане, в Турции. Но, к сожалению, в Турции до 1991 года Навруз не был официально разрешен, но люди отмечали. Хотя являются туркоязычными народами, потому что Навруз является праздником туркоязычных и персиязычных народов. А в Турции не отмечали. Но а с 91 года, потому что там исламский халифат был. Понятно. И в связи с этим... Не приветствовали. Но люди отмечали. Дома, у себя, у соседей ходили, отмечали. Но официально уже с 91 года и в Турции разрешено праздник Навруза отмечать. Очень огромно, коллективно, правильно он говорит. Турции, вы знаете, это страна такая, Азербайджан, Турция, они очень близкие тогда. Тесно, да. Ага, они даже языки у них почти одинаковые, все. Да. И очень серьезные там такие тоже праздники проводятся в Турции. Я один раз сам участвовал, я свидетель этого, несколько лет тому назад, как турист я поехал там на несколько дней, и попали мы как раз в это время. А по поводу, правильно отметил наш... Лунур. Эль-Нур. Иншаллах. Еще, да, иншаллах, Рахмон. Я, ребята, которые не были хаджи, я им заранее говорил, вот Абдурахман хаджи, знаете, да? Он не был, он недавно, вот только недавно съездил и приехал хаджи. Я всегда ему говорил хаджи, он говорит, да я еще не хаджи. Я говорю, яхши ният, ярим давлад. Хорошее намерение, это пол государства. Мы тебе заранее тебе уже говорим, чтоб, дай Аллах, чтоб ты был. И вот сейчас он приехал, уже хаджи. То есть Эль-Нуру я тоже очень уважаю этого товарища. Желаю на все, конечно, воля Всевышнего. Я сам никогда так же не думал, что когда-то я буду в хаджи, и хаджи буду в 2008 году. И вот все действительно по воле Всевышнего. Так легко мне все это удалось. Как все это здорово получилось. Вот поэтому желаю, чтобы этот наш товарищ, он заслужит этого. Чтобы Всевышний Аллах, чтобы тоже суждено было, чтобы он поехал и стал хаджи. Аминь, иншаллах. Вот я еще хочу сказать, что вот про традиции рассказали, да? Ильхом Хаджу рассказал. Самое главное символикой в Азербайджане, конечно, является самяни. Из этого самяни готовит суманак, то, что и в Азербайджане готовят. Я помню, бабушка целыми ночами готовили. Мы детьми были. У вас это также называется? Да, также называется. Да. У нас называется, конечно, не суманак, а у нас называется суманах. Одно и то же. Но самяни, естественно, готовятся, также на стол ставится как раз. И есть самый главный символ Навруза – это тунгал. Тунгал – это огонь.
сжигаем, и через этот тунгал все должны прыгать, кто вокруг него, находится, вокруг тунгала, да? И когда прыгали, и все люди ожидали... Про то, что с огнем мы делаем, мы расскажем после короткого перерыва. Ну что, мы продолжаем нашу передачу. Союз нерушимый. Анна Лапшина в студии. И наши гости Ильхом Хаджи Яхьяев и Эльнур Гусейнов. Добрый день. Говорим мы про праздник Навруз. И говорим про праздник Навруз, о символах. Первый символ – это сямяни, это пророщенная пшеница. И второй символ, как сказал Эльнур, это тунгал. Один из главных символов Навруз Байрам является тунгал. Тунгал – это костер. Костер, который сжигается. И самое главное, для чего этот костер сжигается? Тунгал ставится. Люди через него прыгают. Люди вокруг него собираются, желания загадывают. Так. И 7 раз должны припрыгнуть через тунгал, через костер. То есть они прыгают через костер для того, чтобы загаданные желания исполнились. Исполнились, да. И чтобы старые, и загадывать, чтобы у них что было старым, какие-то все, плохие что дни, плохое, все что осталось, сгорело, чтобы ну, да, новым я помню, дней что с во время новым желанием как раз люди и должны говорить, что все старое, плохое пусть сожгется. Да, сожгется, и останется, да, начнется новая сгорит жизнь. Сгорит в этом огне. Для да. Навруза. Mm-hmm. Вот один из символов Навруза, это является как раз и тунгал. А также хочу сказать, что именно в этот праздник люди должны ходить друг к другу в гости. Если кто-то не разговаривает, поругались, кто-то кого-то обидел, и все просят у друг друга должны прощения. Помириться обязательно. Помириться, чтобы на новый день новый прийти год. На новыми идеями и новыми желаниями, добрыми желаниями. Обновленным таким обновленным, естественно, быть. Да. Вот Навруз такой духовный, я бы сказал, для человечества такой праздник. Потому что он нам дает почву для того, чтобы мы хотя бы каким-то образом праздники, допустим, ходим, говорим, «Байрамыныз мибарек, Илхом Хаджи». Он мне говорит, простимся перед друг другом, даже если мы друг друга не обидели. Или там просим прощения у соседей, у кого угодно. Это праздник вот доброты, я бы сказал, больше всего. Да? Естественно, с праздником. Да, естественно, в Азербайджане Навруз отмечается очень сильно и богато, потому что люди режут баранов, коров, разделивают это все и по соседям. Кто малоимущий семьи, вот раздают им. Есть это, да, что надо обязательно людям, которые не могут себе собрать сами праздничный стол позволить, надо им помочь. Соседи готовят сладости, эти сладости раздают по соседям. Если у кого-то был трагедия, кто-то умер из родственников, весь район, все родственники собираются 20 дня или 19 дня. Друзья, соседи, говорим. Да, последний. Ахринде Чаршембе, это вторник. Все соседи, все родственники, что приготовили, приносят к этому дому и говорят, что пусть в вашем доме не будет больше таких там трагедий, чтобы счастье переносило Навруз вам дом. Вот хочу добавить к сказанному. Мы в свое время приглашения идут уже, порядок, не надо никого приглашать, это уже традицию вошло. Гости ходить обязательно. Уже в 5 утра после утреннего намаза все дастарханы, столы все накрыты. Все накрыты. Гости могут прийти. Приходят и спрашивают. Ассаламу алейкум, Навруз мубарак. Поздравляем с Наврузом. Заходите, пожалуйста. Вы представьте себе. 1, 2, 3, 4. Да. Все не сможешь съесть. А там закон такой, порядок. Нельзя если ты пришел, обязательно ты должен попробовать съесть. Нельзя поэтому отказываться. Мы собирались, что мы делали? Мы, значит, на 2-3 группы разделялись и участки себе указывали. Вот мы до обеда мы идем обходим туда. Вот сюда, а вы, значит, вот туда. Чтобы и всех поздравили, но при этом уже не катиться колобком потом, да? После обеда уже мы тоже опять есть хотим, мы опять идем туда к вам, а вы идете к нашим этим. Слушайте, это очень удобный праздник какой. Да, очень. Причем это не один день, Аня. Да. Вот я про Чершембега сказал. Каждый чершембе есть своя символика. Допустим, чершембе – это вторник. Да? День вторник – это день су чершембеси, говорим. Су чершембеси – это день воды. Стихии воды, какая девочка. Стихии воды. В этот день мы друг друга… Четыре стихии. Вода? Да. У нас чершембе – это… Вода, ветер. Чершембе – это среда. Огонь. Да, у нас чершембе говорится. Да. Это 4 стихии по вторникам это отмечается. К вечеру среды уже называется. Значит, стихии воды
Если там ты видишь, что кто-то там идет, человек, добрый человек, ты из дома берешь кружку и поливаешь его водой. И говоришь, что пусть у тебя будет жизнь светлая. Слушайте, а люди хорошо к этому относятся? Да, очень хорошо. Нет такого, чтобы кто-то недоволен был. Не-не-не, это хорошо относится. Нельзя быть недоволен. Девушка такая с красивой прической. Да. А тут ей на голову кружку воды. Не так, там капли, да? Капли. Люди не так делают, как бы они там... Наоборот, если кто кого водой поливает, им низкий поклон переносит, чтобы спасибо за то, что... Счастье получается. Да, счастье получается. То есть у людей нет в это время намерения кому-то причинить кого-то обидеть. Неудобства какие-то. То есть все делается очень аккуратно. Я хотел бы прочитать стихотворение, которое мне с утра направила коллега Фируза Камолова, Таричка, грамотнейший, такой тоже, можно сказать, известный адвокат Москвы уже. Ага, ну, каким-то образом она меня учителем называет. Было там когда-то, когда начинала, а сейчас-то она сама уже там очень известная. Я хотел бы, с вашего позволения, прочитать, потому что очень здорово. Она такая грамотная, она откуда это находит, так и каждый праздник, она мне отправляет такие вещи. Ну, давайте. Пусть этот прекрасный праздник пробуждения и начало нового годового цикла разбудит вас самые теплые и светлые чувства. Пусть судьба, как солнышко, согреет счастливыми предчувствиями. Пусть жизнь цветет, как весенний сад, и приносит плоды удачи. С праздником. А вот я хочу спросить, ведь там не просто гости ходят, потом, ведь вы говорите, собираются вместе. Там, наверное, танцуют, музыка играет. Да. А какой танец танцует во время Навруза? У нас во время Навруза очень много танцев. Самым главным танцем это является яллы. Так. Танец яллы, это друг друга все берут за руки, как раз вокруг костра. Круг такой, а середине... Это хоровод, если на русский язык. По факту, да. Но ритмично идет, так сказать, музыка. Ну, музыка играет, яллы, и все люди держат друг за друга, руки держат, и также крутится вокруг костра, который горит посередине, а потом по одному человеку выходит и припрыгивает через этот костер 7 раз. Вот именно музыка яллы играется в этот день. А также многие музыки, конечно, там ашуга у нас есть прекрасная, ашуга на саде играет свои дастаны. Дастаны – это как бы произведение, можно сказать. Это можно сказать. Дастаны – это в переводе можно сказать, что, ну, скажем, былины, но под музыку. Да, музыкальные. Музыкальные. Русские былины тоже, они там же гуфли. Такой эпос, да. Ну, да, там же, да, да, там же, да. Тоже. Собственно говоря, тоже. Точно такие же, можно сказать, ашуги и русские ходили, только они назывались... как же они назывались? Алейкум ассалам. Я сейчас звук громко включу, чтобы слышали. Мы сейчас на таком торжестве находимся. Будут как раз вовремя. С поздравлением, ты звонишь из Москвы. Второй, уже третий у меня звонок из Москвы. Так, сейчас, одну минуточку. Сейчас у нас будет громкая связь. Буду поздравить с этот днем. Хорошего Навруза, Байрама, иншаллах. Алло. Да, слышим. Мы слушаем. Мы все уже слушаем, ага. Да. Это Ака Ильхом. Да. На пожалуйста, я переведу. Да, только так, это недолго, я переведу, конечно, да. Ага. Да. Спасибо. Это насчет нашего разговора, помните, когда последний месяц мы общались? Это мы после вот нашей передачи. После записи. Твой голос попал, значит... На передачу по новому, да. «Эхо Москвы». Всех вот поздравляю, всех. Поздравляют люди всех друг друга вот в этот день. Всю диаспору, таджикскую диаспору в Москве всех поздравляем. И не только таджикскую, да. Слышишь? Не только таджикскую, всех мусульман, азербайджанцев особенно. Да, всех. И всех людей с всемирным днем Навруза. Значит, такие пожелания. Море улыбок, океан счастья и небо здоровья. Если кто-то больше еще найдет, я больше не буду так поздравлять. Да. Море улыбок. Okay. Тихо, тише. Море улыбок. Тоже от души вас тоже поздравляю. Спасибо. Молодец, как здорово. Тоже поздравляю с таким праздником. Спасибо. Спасибо. Вот, хорошо. Смотрите, так как хорошо. Этот праздник дает символ. Символ нам дает символ, чтобы мы друг друга в этот день вспоминали, поздравляли. Я смотрю, что даже деловые разговоры по делу начинаются с поздравлений. Естественно, начинаются с поздравлений. А у вас таджики какой танец танцуют? Навруз. У нас, значит, все танцевальные шуточники, как у азербайджанцев, вот когда уже не можешь сидеть просто,
когда эта музыка начинается, сидит там. И ноги сами в пляс идут. Да, специальные песни, такие праздничные есть, когда уже на ходу стар и млад танцуют. Начинают вставать и танцевать. А в этом заключается искусство. Искусство вот этих персонажи. Айзе Алиевич, про персонажи я хочу сказать. Да. Навруза в Азербайджане есть персонажи. Да. Те персонажи называются Кёса, Кетяль. Кетяль – это лысый человек. Так. Кёса – это... Человек, такой, у которого борода растет не целиком, а частями. Да, не целиком, частями. Клочками. Клочковатая борода. Кёса. Во всех местах. Эти люди развлекают на празднике Навруз, публику, кто там собрался, отмечает. Они там стихи говорят, шутят друг с другом, песни танцуют. Песни поют, да. У Чосы бывает еще... Подшучивают над публикой. Простите, пожалуйста, вот у меня слово вспоминается такое. Ну вот на свадьбах это бывает тамада, а в современном мире этих людей называют аниматоры. Да, а сейчас... А у нас называют Чоса и Кетя. Да, с тех пор, да. Так что в Кирове, когда мы отмечали... Ну, каждый год мы отмечаем Навруз Байрам с азербайджанской диаспоры, конечно. И у нас в Азербайджане и в Кирове очень, сами знаете, проживает большая наших диаспора. Земляков. Да, один из больших диаспор, потому что наши азербайджанцы сами ведь очень активны, они интегрированы, они очень прекрасно понимают и интегрируют свои традиции, идеологию, для того, чтобы люди знали их. Потому что вот мы сегодня с вами говорим, да, про праздник, хотя это праздник не только азербайджанский, но, как мы говорим, как в Азербайджане этот праздник отмечается. И в связи с этим я считаю, что вот не только в Азербайджане, а практически все тюркоязычные народы и персиязычные народы этот праздник с душой отмечают. Это праздник не навязанный праздник, это душевный праздник. Народный праздник. Да, народный праздник. В этот праздник самое главное, я еще раз хочу повторяться, что самое главное, это праздник приносит дружбу и мир. А я хочу, вот у нас, наверное, времени уже... Да, осталось буквально минута. Да, я пользуюсь случаем, хочу всех еще раз, россиян, многонациональную нашу Россию, с международным праздником Навруз. И как Ильхам Акиев сказал, что уже с 30 сентября 2009 года занесен в список ЮНЕСКО, естественно, этот праздник обрел международный уровень. И с этим днем, кто отмечает этот праздник, желаю всего благого, что сам себя желаю, всего хорошего, чтобы сам себя своим детям желаю, всем желаю, чтобы был самый главный мир и доброта. И если у нас будет мир, дружба, а все остальное сбудется, я считаю. И пользуясь случаем, хочу моих земляков, дорогих азербайджанцев, поздравить на азербайджанском языке, если позволите, Азиз Алиевич, Анна. Да, азизлярым, азербайджанларым, сизлярин Новруз байрамынызы тәбрик едирэм. Узун өмір, жан сағлығы. Арзу едирэм ки, сизин үзінізден хет заман тәбәссім әсі олмасын. Нәйінки Киров вилайетінде яшын азербайджанлары, имуми Русияда яшын азербайджанларын байрамы мүбарек олсын. С праздником, Навруз! Всех вас. Спасибо. Таким же образом... Мы передаем эстафету. Да. Таким же образом я также хотел бы на своем языке, с вашего позволения, поздравить. Потому что эту передачу будут слушать, я же говорю, в Испании. Сын у меня сейчас с семьей там. Дочка в Германии живет. Значит, и Европа, и Таджикистан, и Питер, и Москва, все это будут у слушать. У нас вечером сегодня программа будет на сайте. Да. И хорошо, что есть интернет теперь. Можно зайти. Давайте, Ильхам, да, а то... Поздравляю. Михостан дар инрузи бузурги иди Навруз. Хаммай тоджикой дуньоя, хаммай одамай форс забона, боин иди бузург. Табрик намуда, бахамма тани сахат, хатири джам, дили бегам, илоим бахамматон, кшойшкор, умри дарос, хамма ахмин рузай дар рузатон насиб кераги, илоим рузай хуб бошад, хамин рузай ид, از خاطر هیچ فراموش نشود. دوستی، برادری، خوش آمد و خوش گبزنی همیشه در زبان ما الهیم وای باشد، تیار باشد، رحمت سلامت باشد. Спасибо. Еще раз поздравляем всех, кто отмечал, отмечает и будет отмечать Навруз. А мне кажется, даже те, кто не отмечает, для них все равно вот такой знаковый этот день, потому что смотрят они, о, а соседи Навруз отмечают, значит, все, весна пришла настоящая. Да, и наше угощение сотрудникам «Эхо Москвы» в Кирове. Мы с удовольствием. От Кировского благотворительного фонда «Азербайджан». Мы с удовольствием. Угощайтесь. Благодарим наших гостей Ильхама Яхьяева.
Ахметова, заместителя председателя межрайонной коллегии адвокатов Кировской области, аксакала таджикской диаспоры Кировской области, и Лунора Гусейнова, президента благотворительного фонда «Азербайджан», члена общественной палаты Кировской области. Дальше я не помню. Хватит, Эльнур, или дальше продолжать? Все, да. Звукорежиссер показывает, что время наше закончилось. Благодарим. Союз нерушимый.